Большое событие в российском телеэфире. Ровно за месяц до главного национального праздника начал вещание новый канал цифрового телесемейства «Первого» «Победа». 24 часа, 7 дней в неделю. Все о самом значимом событии 20 века. Летопись войны, тема неисчерпаемая, будут и всеми любимые советские фильмы, и новейшие блокбастеры о подвиге и героизме. А еще зрители «Победы» первыми увидят редкие кадры хроники с комментариями историков, реконструкции на основе неизвестных прежде архивов, документальные фильмы. Одним из главных событий станет, конечно же, ежегодное шествие бессмертного полка. Это не просто телеканал, это дань нашего уважения старшим поколениям и наша эстафетная палочка, которую мы хотим передать нашим потомкам. Большой медиапроект, который мы задумали, создается в преддверии очень важной даты – 75-летия окончания Великой Отечественной войны. До самой юбилейной даты остается чуть больше года, и мы постараемся за это время хорошо подготовиться. Главная наша победа, что нам удалось сплотить огромное количество людей в попечительском совете телеканала «Победа». Он объединяет большое количество наших друзей, единомышленников, всех тех, кто согласился вместе с нами делать этот канал, помогать, предоставляя важные материалы, документы, кадры, делясь с нами своими знаниями, особыми, опытом. И уже сегодня на канале «Победа» смотрите премьеру боевика «Танки» и военную драму о блокаде Ленинграда с Владимиром Меньшовым «Крик тишины».